Поделюсь лайфхаком классным, как из простого пакета убрать воздух для заморозки. Вот здесь я замораживаю черемшу, в этом году первый раз так пробую. Видите, он получился как вакуумный. Это берем, вот простой пакет, вот черемша, я ее покрошила. Ну, разницы, укроп, лук там, какая разница, простой пакет. Смотрите, как я делаю. Придумала сама. Распределяю ровненько по пакету. Вот так. Воздух убираю. И потом начинаем выкручивать. Оттуда воздух убирать прямо с нажатием посильнее. Вот этот хвостик остается. Держим двумя руками. И завязываем. Это чтобы меньше льда собиралось и снега, когда нету у вас пакетов, из которых можно просто выкачать воздух. Посильнее затягиваю. Завязываю на два узелка, чтобы воздух туда не проходил. Смотрите, что получилось. Вот. Минимум воздуха. Отлично, вот два пакетика. Все, всем спасибо за просмотр, до свидания. Большое спасибо вам. Большое спасибо вам еще раз за лайки. Пишите ваши комментарии, кто как воздух выгоняет из пакетов. Вот.